Это он хавает. Индейка мелко порубленная. Ай, блин! Порубленная мелко. Индейка. Эти еще не умеют. Только молоко. Вот это жиром. Один из всех ест. Вот куда ты лезешь? А что это за чудо такое? Полулысый, полунепонятный. Куда полез? Подожди, пойдешь. Опа! Хорошая горка, да? Что это за чудо такое? Вот. Вот я понимаю. Нормальный котенок, да? Уже ест сам. Это туда же, только это не полулысая. Блин, опять ты в чем-то. Опять ты в чем-то. В чем ты? Дайте я хоть переверну. Я тебе только что, блин, промыла. Я тебе только что промыла. Опять в чем-то. Ну, не знаю. Может, им молока не хватало. Поэтому они такие, скорее всего. Вот. Это, конечно, полулысые. Меня вообще удивляет. Вообще непонятно. В общем, три брата таких. В общем, докармливаем как можем. Не знаю, что из этого выйдет. Выпрямятся они. Ну, скорее всего, выпрямятся. Короче, вот такая вот атака. Я их снимаю, говорю, идите вниз. Вниз. Они начинают назад на меня лезть. Куда-то... Ай, по спине зачем? Вот, вот так вот они мне двое атакуют. Один меня не атакует, только они. Вот такие вот. Куда? Я тебя тоже люблю, но зачем? И мурчат, и мурчат. И мурчат два мелких. Мелкие кошки таких вот маленьких. Ну, как мне с вами сидеть? Ну что это за посягательство на меня, а? Здоровый. И лезет на меня. Играется там сам собой. Да? Да? Ну что вы все на меня залезли-то, а? Я тебя тоже люблю. На, кусай их. В общем, нам весело. Ну, хватит, вы мне все уже корябли, а. Ну, что такое? Посмотри. Конечно. Какая хоть она будет. Ой, сейчас тебя засуну. Ой, мясо дала ей. Ага. Он как схватил кусок, съел. Он меня за палец укусил, пока вот так. Ну, они сейчас так и едят. И эти тоже. Я аж чуть его не уронил. Не знаю. Я его стараюсь не давать. Боюсь еще. Ну, да. Ну аж трясется за мясо. Он второй раз, наверное, кусок. Ну она как и кот такая же. Съел. Такая же. Крупная, крупненькая. Красотка. Но она получше, да, ест. Ну он сейчас со своими братьями там научится. Ну, может быть, да. Так сухой корм ест. Угу. Молоко я им даю. Ага. Вот. Ну вот мясо паштетом давала. Роялку? Да. Нет, этот, Пурину. А, Пурину, да. Понятно.
Ой, бедная, обсосали тебя. У меня там ужас, что у него такая ускоренная вот рана. Ну, котят, наверное, вот эти двое погибли именно из-за того, что подсосали, небось, да, а там гной был. Она у нас с нами спала. А. Я вчера, мне даже сразу не сказала, потому что меня затрясло. Ну, да. Не представляете, что со мной. Ну, да. Я же заплакала. Ну, это мало того, что и кошка шумит, еще котята. Ну, да. Это прям какой-то кошмар. Сейчас тоже ей вот уколы делаем. Три укола в день. Просто у моей знакомой тоже случай был. Кошка, она не видела, что она, они расцарапали. Котят пососали и все, короче, ну, ушли. Это мы еще вовремя увидели. Да. Это мы еще увидели, ну, вовремя. Да. Сейчас, потому что и большой, иногда к ней, ну, ездят, да, подсасывать. Ну, вообще было бы. И мы смотрели, мы щупали, вот две мы щупали. Ну да, сиськи типа горячие. Может, молоко... А коготочки не подстригали им, да? Нет. Надо подстригать, я с вами подстригаю всегда, чтобы не раздирали. Ну что? Мы такие маленькие никогда не подстригали, вот у нас в Сони никогда такого не было. А тут мне как в больнице, что у меня там было, я прям собрала, я за один день похудела. Ты моя красотка? Ты такая маленькая красоточка, да? За один день прям похудела. Рыженькая. А с вашим котенком, слава богу, все в порядке, да? Да. Ай, кусаешься? Ну, сейчас отучу тебя кусаться. Она особо, я их кормлю, я специально кормила их хорошо. Ну да, да, да. Они к ней особо, потому что она особо не лежит. Ну да. И я их очень переживала, я их кормила сама. Вначале соски, потом нам сказали, пока я соски убирать, не перестанете, они не начнут есть так. Мои тоже, там двое, короче, отказываются вообще только из этой. Из шприца. Ну, вот соску даже не понимаю. Вначале паштет с молоком разводил, вот этот первый вот их прикормка. Ой, героиня ты. Героиня. Ты героиня, да? Она прямо шатается. Ну да. Это ужас. Потому что творится. Ой, как она открыла, как она оттуда начала выдавливать. Меня же зашатало. Я говорю, боже ты мой, да что ж такое-то? Ну, по ногам полезли мои тоже. По ногам, по ногам, по ногам. Этот вообще не слазит. Ну да, и на это сидят. Этот вообще не слазит. Они вот, да. И кусать, надо, он, да? Он забирается, да, прям до сюда сам. Ну что, красотка. Красотка ты. Эти уже подросшие. Ну, вот один, да. Один остался. Красавец. Из семи штук вот один остался. Ну, еще мало, может быть, это. Красавец. Ну, ладно, кошку вас составляю. Ну, знаете, как сынок жалко. Ну? Взяли, хотели как лучше, ну? Как получилось. И, ну, кошка, бывает. И котята. Ну, да. Привет. Привет, красавец. Привет. Опа, в тапок, правильно. Самое излюбленное место ваше, это тапки. Сейчас тебя засуну в тапок сразу. Так, сумку проверять, что там. Мало ли мясо. Ты красивый. На Сида нашего, кстати, похож. Кота. Когда маленький был, такого-то красный. Но он потом порыжил. Фазин. Ну да, порыжил, конечно. Нет, ну да, он тоже порыжил. Это Фазин хуйня. У нас кошка тоже вот типа такой была. Даже чуть побледнее, а сейчас он... Ой, не надо, ко мне не надо. Ярко-рыжий. Не надо, тут вот такие дела. Ну ничего страшного бывает. Все равно жалко. Ну, жалко очень, это. Очень жалко. Особенно кошку. Да и котят жалко, и кошку жалко, и котят. Ну, да. Ну я, кстати, провела аналогию. Вот это вот последний был мраморный, а это седьмая была. То есть вот эти вот последние как раз. Ну, они у меня лично в памяти были последние. Вы знаете, та была даже потолще, чем он. Она покрупнее была. Ну да. Она прям такая хорошенькая, я даже не ожидала. Просто когда начала искать ее, говорю, не по этих... Так, сумка. Кормлю, покоряпаешь. Да бог с ней. Этих кормлю, пошла того искать. А он говорит, не ищи. Я говорю, я же прям не представляю, что со мной было вчера. Это просто какой-то кошмар. Ладно, поедем мы, красавцы. Я вот за него переживала больше, говорю. Он как-то, мне кажется, он даже послабее, похудее. А оказывается, видите как, ее с собой брали в ночь, то есть, ну, они тут были.
когда они успели ее прихватить, мы не давали. Uh-huh. Они как только лезли, мы сразу прям их отгоняли. Ну да. То что ж мы совсем что ли? Да. Потому что когда увидели все это, нам сказали, что нельзя. Ну, может, где-то перехватили все-таки. Ну, потому что быть. Двое-то нормальные, даже не скажешь, что там что-то с ними. Ну, вот. Они в любом случае за ними тогда тоже пошли. Вот уже отделили, ну и попон вот этот сейчас смотрю, чтобы не снимала. Ну да. Вроде тут завязано хорошо. Ну. Вот котенка забрали. Один выжил, двое умерли. Спальник хочешь, походу?